В Министерстве обороны сообщили, что через призывные комиссии в этом году прошло около 60 тысяч молодых людей. На укомплектование вооруженных сил в октябре-ноябре планируется направить около 10 тысяч человек. Отправка нового пополнения в войска и воинские формирования продлится по 30 ноября. Церемония принятия присяги пройдет 25 ноября. В силах специальных операций сегодня идет активная подготовка нового пополнения. В Марьиной Горке новобранцы уже ознакомились с оружием, изучили основные разделы устава, освоили азы строевой. Один из ключевых предметов в программе – десантная подготовка. Наземная отработка элементов прыжка проходит на воздушно-десантном комплексе. Там солдаты оттачивают ключевые этапы десантирования. Совершать прыжки военнослужащие будут с парашютами системы Д-6. На данном учебном местах мы проводим занятия по воздушно-десантной подготовке, готовим новое пополнение к совершению их первого ознакомительного прыжка. Мы отрабатываем элемент отделения от летательного аппарата, отсчет времени, выдергивание звена ручного раскрытия и все действия парашютистов, которые они выполняют в воздухе. Также проходит занятие по строевой подготовке, по другим предметам, и как бы все у нас распланировано согласно расписанию, и все успевается, все делается в полной мере. Пасующих у нас нету, все ребята настроены позитивно, все понимают, что они пришли в спецназ, как бы, и все рады, что попали в данное подразделение.